Катенька, смотри-ка, получила я. Спасибо огромное. Сейчас буду дома рассматривать, что там в коробочке стоит сюда. Это вот я на Озоне. Вот она я пришла с подарочками. Прям так неожиданно быстро. И что-то интересное такое. Я люблю книги. Мне прям прибыло в моей коллекции книжной. Спасибо огромное. Благодарю тебя. Спасибо. Сейчас вот посмотрю дома, раскрою и снова видео сниму и отправлю. Вот, вот такой подарочек. Вот он. Вот такой подарочек. Вот. Тю-лю-лю. 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 Прям так, тю-лю-лю. Пошла домой. Пошла домой. Спасибо большое. Пошла домой. Пойду домой. Сегодня у нас воскресенье, 15 число, 15 января 2023 года. И вот я на Валберис пришла. Ой, господи, как хорошо на улице воздухом подышать. Прекрасные новогодние праздники закончились. И все равно вот хочется праздника. Вот хочется хорошего настроения, праздника. И все время, чтобы были хорошие люди вокруг. Вот, хорошие люди, это и есть прекрасное нечто такое, что ни с чем не сравнить. Вот, все-таки мы существа социальные, и все-таки нам нужны люди, общество. Кто бы что там ни говорил, что хочет в лес и хочет уединения. Да, порой хочется такого уединения. И все равно, вот я иду, улица практически пуста, людей никого. И знаете, как-то, ну как-то без людей не очень-то. Вот. Грустно без того, без встречного человечка, вот, понимаете? Ну, есть, идут люди, конечно, но все равно все стараются дома в такую погодку быть. Кто-то на работе сейчас, кто-то дома сейчас. Вот, я сегодня телевизор смотрю, Спас. Как я люблю этот телеканал, обожаю просто. Просто обожаю его. Я сегодня перемотала назад, у меня есть такая функция перемотка от Ростелеком. И я назад перемотала передачи. И то, что было пропущено мной, я вот наверстываю, смотрю. Вот, по телевидению. Вот, красота такая. В окнах свет, у каждого свой свет, свой мир, своя жизнь. Сколько людей, за каждым окошечком сколько судит. Вот это мой мир.